Цены на продукты питания продолжают расти, и ни одна комиссия не в силах укротить этот процесс. В правительстве собрался целый оперативный штаб, который отслеживает изменения цен на продовольственном рынке. По итогам еженедельного мониторинга рост стоимости продуктов отмечен как на рынках, так и в магазинах. Подорожало мясо, рыба и колбаса. Кроме того, незначительно увеличила стоимость картофеля, капусты, огурцов, томатов, перца, апельсинов и творога. Что касается колбас, их удорожание объясняется высокими закупочными ценами. В большинстве случаев поставщики сырья не ивановские компании, поэтому повлиять на их ценовую политику невозможно. Население почувствовало рост цен на собственных кошельках. К чиновникам начали поступать жалобы. Особенно в последнее время подорожало мясо кур в магазинах на 2%, на рынках на 21%. Одна жалоба коснулась повышения цен в магазине «Купец» на пересечении улицы Королева и Мархлевского. Это были окорочка куриные, которые подорожали до 176 рублей, и куриная грудка, которая подорожала до 188 рублей. Вот. Ну, в целом жители отметили, что из всех магазинов купцов в этом магазине, в общем-то, уровень цен всегда несколько выше. Вот. Мы этот вопрос сейчас взяли на контроль, разбираемся.